Подождите. Пожалуйста, еще раз увижу тебя у своего отца, то же самое будет в твоей жизни. Пошел вон, щенок. Сколько вам повторять, я не глухой, не кричите. Очки не забыли? Все взяли, не волнуйся. Выйдем через приемное отделение со мной. Пошли, пошли. Слава Богу! От вашего крыла у всей больницы покоя нет. Идите отсюда. Ну, а где мне его найти? Да я-то откуда знаю? Ну, мне надо с ним поговорить. Я его родная дочь. Ну и что? Идите отсюда. Подождите! Простите. Ну, это... Я ее знаю, это бесполезно. Вам нужен адрес Глеба Крылова? Да. Я знаю, где он живет. Могу даже подвезти. Правда? Конечно. А, простите, а вы кто? Я друг его дочери, Корней. Вера. Как интересно. Пойдемте. Ну вот, приехали. Подождите минутку. Приветствую. Поздравляю с прибавлением в семействе. Так это вы все подстроили? К сожалению, нет. Я оказался в нужное время, в нужном месте. Какой же вы негодяй. Вы мне тоже очень нравитесь. Поэтому вы платите мне за молчание, и о новой претендентке на папино наследство никто не узнает. Сколько? Как минимум на новую камеру. Какие гарантии, что вы меня не обманете? Слово журналиста. Какой же вы мерзавец. Значит, мы договорились? Прошу. О, спасибо большое. Вот, угловой подъезд, квартира 263. Путь свободен. Спасибо. Пришли в деревню. Так, пойдемте, Марина. Потерял надежду вас снова увидеть. А вы еще здесь? Как прошла встреча? А какое вы к этому отношение имеете? Ну, это семейное дело, и как-то... Простите. Простите, я правда опаздывала. Что ж вы задумали, Вера Андреевна?
как договорились. Да, замечательно. Что-то не так? Ольга Глебовна, скажите честно, зачем вам это надо? Скажите, а у вас есть отец? Да. Вы его любите? Конечно. Вот я тоже очень люблю своего отца.